еще один неохваченный эпизод про тюльпаны, так сказать, вторая часть. Очень интересная форма тюльпана серии Триумф, вот с такой необычной формой. Это луковички. И вот уже пошли разные сорта. В том году был только вот такой белый, то он мне достался. Очень красивый сорт. И вот такой еще, тоже из этой же серии. Следующие идут попугайные тюльпаны, тоже полумахровые и махровые. И тюльпаны махровые, но многоцветковые. Это один из самых необычных тюльпанов, то есть у них из одной луковички по 5, по 3 цветочка на одном цветоносе. Тоже очень долго цветут. Размеры различные в зависимости от сорта, сложности строения цветка. Но в основном, еще раз повторюсь, что все махровые тюльпанчики, они цветут очень долго. 2-3 недели при хорошей погоде. Вот это тоже необычная новинка. Вижу сначала, говорю, необычная, потом вижу, не, конечно, красиво очень. Еще хочу рассказать про тюльпанчики. Это ботанические. Они цветут раньше, чем все остальные, то есть прям после схода снега. Они сами по себе небольшие, то есть до 10, 15, 20 сантиметров. В упаковочке их даже до 25 штук образуют интересную картинку. Вот такие хорошенькие луковички. Цветут они раньше всех. То есть они где-то в сроках цветения вместе с крокусами идут. Но у них своеобразное строение. Интересная форма. Что еще из ботанических? Такие небольшие. Красивые, яркие. Тоже, кстати, есть многоцветковые на одном. И очень красивые желтенькие. Также в нашем ассортименте тюльпаны лилейцветные, зеленоцветные. Ну и большой-большой выбор различных форм. Ждем ваших заказов. Можно сделать в нашем магазине, WhatsApp или в директ на страничке.